Я приветствую всех любителей коллекционирования монет, а также своих коллег-нумизматов, делающих подобные обзоры. У меня пришли письма прямо в почтовый ящик, без всякого отслеживания трека, не заказным никаким, самое простое письмо. И я хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Письмо пришло из Нидерландов. Внутри должна быть монетка. Какая, не знаю, поскольку письмо пришло без отслеживания и подготовиться я не успел. Будем импровизировать. Так. Ага. Чудесно. Это монетка из серии «Фауна». Австралийская зверюшка, кенгуру. Сейчас мы ее залепили скотчем, все липкое, но мы ее все равно достанем. Вот медная монета, Австралия, пенни. Сейчас мы ее подробней посмотрим, расскажем, покажем. Коллекция моя рушится, она переполнена. Ну, про кенгуру я вам все равно сейчас расскажу. Нет, не сейчас, чуть попозже. Значит, на монете изображен кенгуру, одно пенни, вот 1948. И вверху над кенгуру КГ, видимо, монетный двор. Гурт гладкий. На обороте написано Джорджи ВС, вид ГБР, Рекс, короче, император. И монета эта пополнит мою коллекцию монет, посвященных фауне. Это у меня первая сумчатая зверюшка. Такой в моей коллекции еще не было. Это моя первая кенгуру. И прислана, скажу, совершенно безответственным образом, прям конвертом в почтовый ящик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я покажу вам еще много интересных, необычных товаров, которые присылают из интернета. Ну и также, конечно, монеты, посвященные фауне.